Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня 1 сентября. Решил показать вам, как поживают мои цитрусы. Начнем с лимона. Так, это тот, который цвел. Завязался один плод, как я уже в предыдущем видео показывал, на дичке. Либо дичок, либо... Ну, либо укорененный какой-то лимон, потому что вот здесь место прививки. Вот, место прививки. И вот эта часть, она идет... то есть, дичок, в общем, одним словом. Даже по форме листьев. Вот это мелкие листья, это крупные. И получается от него вот такой, не знаю, лимон. Все-таки лимон. Вот. Да, лимон, запах лимона. Хоть вот это цвело, вот эта часть цвела, но ничего не завязалось. По грейпфруту. Этот растет нормально. Вот это новый прирост у него. Вот. Растет себе. Посмотрим, как будет дальше. Этот лимон вот только недавно пустил молодую поросль. Все лето стоял в таком виде. Вот только недавно пошел расти. И вот этот, получается, мандарин. Он начал у меня умирать. Я его быстренько сюда, в открытый грунт, вроде приостановился. Оставил два листика. А вот это его, получается, от дичка пошло. Но срежу. Скорее всего, срежу. Что рыжик. Вот на сегодня вот такое состояние. Кто первый раз на канале, хочу сказать, что данные лимоны выращиваю в открытом грунте без какого-либо укрытия. Ну и как всегда, алоэ поживает вот так. За лето просто оно не пошло, просто нарастило массу. И все. Ну, ему 5 лет, уже 6-й год, кстати. Ну все. Подписывайтесь на канал. Наблюдайте. В плейлисте про цитрусы тоже найдете другие видео. Всем удачи, всем успехов.